В Хандыге Тампонского района прошел первый этап районных спортивных соревнований «Мама Спартакиада». Участие приняли коллективы из 14 предприятий Улуса, рассказывает Нина Ханарова. В полдень в Центре спорта и культуры «Алроса» поселка Хандыга буквально яблоку не было упасть. Так много было желающих поучаствовать и поболеть за участников «Мама Спартакиады». Это и мужья, и дети, и бабушки, да и просто знакомые сослуживцы, которых объединила любовь к спорту, состязания. Накануне прошли соревнования по шашкам и шахматам, а в субботний день прошла сдача норм ГТО и веселые старты, где участники показали чудеса ловкости, скорости, недюжинные силы и виртуозности. А завершили состязание самым вкусным и необычайно красивым этапом, в котором мамочки показали всю свою фантазию, мастерство и умение, утонченность и вкус. Это кулинарный конкурс. Кейки – это новое модное название наших кексов. И Кэнди Бас становится главным героем любого дня рождения. По итогам спартакиады все участники получили заслуженные награды, а зрители – необыкновенное удовольствие. Во-первых, очень рады, что нас пригласили, нас заявили, наше доблестное руководство. И всем организаторам огромное спасибо, и судьям, и участникам, и нашим болельщикам. Ура! Мы первые! Класс! Ну, это, конечно, очень замечательный конкурс для мамочек, для детей. Побольше бы таких мероприятий создавались в нашем поселке, чтобы дети радовались, мамочки общались друг с другом. И участники, и победители сошлись в одном. Такие массовые и азартные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Они объединяют людей. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандыга.